Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео для отельеров и топ-менеджеров санаториев. И я расскажу о том, какие тренды маркетинга нужно учитывать, чтобы в 2022 году успешно привлекать клиентов. Тренд номер один – это создание сообщества вокруг вашего бренда. Если вы создадите сообщество лояльных вам людей, то они будут делиться вашей миссией и ценностями вашего бренда бесплатно. Без сообщества вы будете вынуждены сидеть на игле рекламы бесконечно. Я в течение 8 лет создавал сообщество вокруг себя на разных платформах, в Яндекс.Дзен, на блогах, в Ютубе. И это мне позволяет продавать даже малоизвестные курорты и санатории весьма успешно за счет того, что люди попросту мне верят как эксперту. Тренд номер два – это экспертный контент. Нужно генерировать экспертный контент. Конкретному эксперту верят намного больше, чем компании. И только 19% всех клиентов, согласно опросу, считают, что брендированный контент доверительный. Представьте, 19% – это очень мало. Ну, например, мои экспертные видеоролики на YouTube набирают в целом больше просмотров, чем точно такие же видеоролики на точно такую же тему, которые производит компания в моем секторе бизнеса. Третий тренд. Клиенты очень хотят, чтобы подход к решению их вопросов и их проблем был максимально персонализированным, а не шаблонным. Лично на моем опыте это работает так. Я никогда не ограничиваю время общения с клиентом. Мой личный рекорд — это 3 месяца почти каждодневных консультаций одного человека. И в итоге этот человек все равно не поехал на курорт. Но я 3 месяца на него потратил, и в принципе я горжусь, что я смог в итоге ему помочь, потому что он поехал не в санаторий, а выбрал клинику, причем ту, с которой я не работаю. Такие клиенты рекомендуют меня своим друзьям, знакомым, и, конечно, они купят у меня, даже если моя цена будет дороже, чем у турагентства. Тренд номер 4. Контент должен быть максимально простой для восприятия. Сейчас информационный шум настолько большой, что концентрация внимания у клиентов будет продолжать снижаться. Не нужно никаких высокопарных слов и хитрых там смысловых оборотов. Люди не будут думать и не хотят думать. Делайте все максимально просто. Я уверен, что вы наверняка не успели даже толком раскачать свой канал в YouTube, а между тем в 2021 году вовлеченность в видео на этом сервисе упала аж на 30%. И это будет продолжаться, но тем не менее и в 2022 году видеоконтент остается самым востребованным форматом среди других видов контента. Поэтому снимайте и еще раз снимайте. Тренд номер 5 – это возвращайтесь к аудиоконтенту. Люди не хотят читать, смотрят гораздо меньше по времени, но все еще активно слушают. И половина моих клиентов подтвердила, что смотрят мои видеоролики ушами. То есть они включают его и начинают слушать то, что я говорю, при этом не смотрят на картинку, чтобы я им там не показывал свое лицо или красивые кадры курортов. Все, что я сейчас сказал, это не философия, а работающие методы. И если оно работает у меня, оно 100% сработает и у вас. Нужно просто взять и делать. Удачного вам бизнеса в 2022 году и хороших, лояльных клиентов. Пока!